Всем привет, добро пожаловать в штат Advanced RPRed, где наступила уже зима, и сегодня мы едем обновлять автомобиль. Сейчас я буду менять свой прекрасный Mercedes, который мне прослужил почти месяц. Буду заменять его на не менее... Да, это... Классно. На не менее классную тачку. Сейчас вы узнаете, какую. Вот, продают автомастерскую ЖДСФ за 80 кака. Значит, желающих купить немного. Спасибо всем, что указывали мой ник при регистрации, что играете на рейде. Вот я на него не собираюсь забивать. Так что продолжайте тоже со мной тут развиваться, играть. Вот. Так, мы едем сейчас в автосалон элитного класса. Естественно, и все. Это пора менять Хантли. У меня сейчас стоит заменка, это Хантли на Мерседес. Вернее, наоборот, замена Мерседеса на Хантли. Так, вот. Угу. Отлично, отлично мы все. Тут, видите, просто кривые полудурки, которые, не знаю, бичуют и норовит все взорвать и всех убить. Короче, мы вряд ли, наверное, сейчас подберемся к автосалону. Но если что, напишем в репорт. О, все, он кьюшнулся, видимо. Вот. Так. Во, вот это классная тачка. Давайте посмотрим, сколько она стоит. 850к. А, это буфло, не. Во-первых, это дорого, во-вторых, это тупо. Ниссанчик какой-то, 240 SX. А ZR350 это, ну, тоже не очень. Супра. Интересно, что это за заменка Jester. 659к, но нет. Вот, что я хочу взять. Ребята, вот это бомба, а не машина. Так, все, давайте 590. А, нам надо. Ну да, сейчас подождите, мы лучше через Home продадим, а то мало ли что. Все, все, 171к еще. Так, купить. И у нас осталось еще 400к где-то там примерно. Ну, в принципе, весьма-весьма неплохо. Сейчас нам надо ехать к дому. Давайте арендуем Пхойникс. Так. У руля как-то не очень он выглядит. Посмотрим, насколько валящая сама по себе машина. Так, отметим сейчас транспорт на GPS. Поставим туда метку. Во. Огонь. Там что-то мероприятие какое-то проводится сегодня. Сегодня типа наконец-то перестали додосить сервер. Сегодня X2 опыт. Но я только недавно зашел. Какие-то 20 минут всего лишь в игре. Дом за 20к хотят купить. Классно.
Я жду 7-го уровня и пойду в правительство. Потому что в правительстве... Ну, то есть в правительство можно вступать почему-то только 7-го уровня аж на арене. Вот это как-то, не знаю, немного меня смущает, но... Правила есть правила. Так что буду ждать уровень. 4 километра нам еще ехать, между прочим. Едет она точно так же, как и Султан, только на Султан 94-95. В принципе, сейчас подпривыкну уже к такой скорости большой. И все будет отлично. Метка вам показывает, что нам надо ехать обязательно по встречке. Вот это что вообще происходит? Мне просто интересно, этот парень в АФК или... Вот что с ним? Да. Ну и ну. Каких-то уже двух абсолютно странных людей мы встретили. Один нас пытался задемить. Другой то ли лагает, то ли еще что-то, неизвестно. О, нифига, вот эта шутка, типа. 999, какая? Конечно. Или это, наверное, смичник, этот сотрудник СМИ отредактировал так. Специально. Так. Давайте сразу тогда затянем. Я уверен более чем, что нам хватит денег на полный тюнинг нашего нового автомобиля. Видите, все зимой покрыто. Моды, если что, я брал все почти из gotaway.city.ru. Вот, так что ищите их, пожалуйста, сами. Ну, вот эти все зимние. А у меня там еще Color Mod, ENB. Только лишь и сам снег. Вот я их не буду никуда перезаливать, потому что ну зачем? Они гуглятся при первой же там в поиске. В Яндексе в том же. Так, нам надо поднастроить. Сейчас будет руль. Так, во-первых, новый центр где-то тут, ладно. Вот так вот, так. Вот так вот. Вот так вот. Повыше сядем. Ну и вот, во. Все, отлично. Так, ну все. В принципе, все, что надо было, все я настроил. Камеру от первого лица. Вы сейчас охренеете от тюнинга. И вот так можно жестко прокачать вообще обычный Султан. Ни за что в жизни с ним не сравнится. Вообще, Султан это самая классная тачка, но думаю, все это знают. Четырехдверная. Ну, не самая классная, самая быстрая, по крайней мере, точно. Вот, ой, блин, проехали мы. Дом за 200к на рейде. Очень-очень смешная шутка. Так. Морган Алкана. Так, все, го тюнить. Колеса мы какие поставим? Такие вот, наверное. Не знаю даже. Ну, давайте вот. Вот такие, наверное. Потом нитро.
Задний обвес, ну пусть такой будет. Хотя нет, наверное, такой лучше. Ну, хоть, ну ладно, давайте этот. Так. Карбоновый пусть будет. Спойлер. Угу. Каркас безопасности. Карбоновая крыша. Так, что это все? Видимо, да. Так. Покрасочные работы. Пусть будет вот такой вот. Итого 76 тысяч долларов. Твин крыша, ну... Все, отлично. Так, и теперь нам надо очень классный цвет подобрать. Например... Например, красный. Значит, мало это... А, понятно. Вот тут мало что изменяет, это такие же. Ну ладно, пофиг, пусть будет красный, у других людей, у которых нет этого мода на покраски, будет смотреться чуть-чуть иначе. Ладно, ну в общем-то все. Вот так вот выглядит теперь мой жесткий султан новый. А, еще надо в банке деньги снять. Сейчас мы этим займемся. Так. Баланс 178-157. Все. Документы. Получай. За что? У меня был розыск. Откуда у меня был розыск? Здорово. Может, он накинул, я не знаю. Да, давай. Отыгрывай там. РП. Вернее, биндер, просто на одну кнопку нажми. Можно получить плюс 30 минут. Блин, откуда у меня розыск-то был? Странно. Не удалось солить, да? Он еще типа издеваться сейчас будет. Ладно, я не буду ничего отвечать об боссе. Ну, ладно, в общем, самое главное мы сделали. Сейчас я сижу в тюрьме. И все. Но смысла дальше нет продолжать, естественно. Сейчас я типа... Он меня посадит, я закончу, потому что... Ой, ты офнулся от ареста, да? Запись выключил. Будут потом писать. Вот, в общем, играйте на рейде вместе со мной. И... Гоа поднимать его... Вот от таких вот придурков. А, у меня интерьер, короче, да. Надо мне там изменить кое-что. Все, 9 минут мне сидеть. Всем до свидания. Всем пока. IP в описании, естественно, как всегда.